за декабрь еще не получала. Разница? Будет. Слежу я за этим. Будет. Но электричество повышено, значит, что? Все повысится, да? Не очень довольны мы, пенсионеры, конечно. Да и зарплата у нас не очень. Ну, только нецензурные слова можно на этот счет сказать. Прилично ничего не скажешь. Да я, знаете, я не заметила. Не заметила еще. У нас вот 50 квадратов, под 7 тысяч все выходит. Куда это? Вот вообще ужас. Особенно отопление. У меня в Новокузнецке родственники живут. Они за 62 квадрата платят. Ну, 4 от силы. А у нас вот такое вот. Да? Несущественно для меня лично. Что и на продукты цены повышаются. Пенсия скачками так быстро не растет, как цены. Тык-тык-тык. Хотелось бы, конечно, чтобы в процентном соотношении было поменьше.